Всем привет! Вчера мы провожали замечательный закат на набережной Новороссийска, ловили ставридки на Черном море, ну а за ночь переместились и встретили прекрасный рассвет на Приазовских лиманах. Не берет. Удочка, знаешь, ну вот страйк у меня 4000-ный, вот этот мой, что чуть-чуть переоборудовал на щучку. Ну и этот стинги, как он стингер, говорю, Наутилус Авенджер. Угу. Удочка 7,23 грамма. Нормально, в принципе, как бы. Чуть-чуть мягковатая, конечно, ну. Пока такая удочка, как бы не брал сильно жестко. Она легкая. Шнур, смотрю, у тебя такой. А шнур у меня это 0,12. Пауэрпрошка? Да, пауэрпрошка такой, как бы простой шнур для щуки нормальный. А ну-ка давай. Выходила. Выходила, выход был. Есть, есть. Есть. Ой, хороший, нормально. А глянь, а вторая пошла. Ты видел, видел, видел. Ну все, теперь вон она. Подходи. Вот она. Заглотила, глянь, резину. Ну что такая? По ковру. По ковру пришла к нам рыба. Красавица. Ну что, Тёмыч, давай с починами тебя. Кручит. Вот на офсетный крючок, на резину, резина копыта. Релакс. Вот такая, ну давай. Красавица. Давай. Молодец. Я же сегодня буду использовать райзер с тестом. Тестом. Я же буду сегодня использовать райзер с тестом. Ребят, я же сегодня буду ловить на райзер с тестом 8.35. Катушка у меня твин и плетня полторашка, вроде UGK. Приманок я с собой взял немного на этот раз, в принципе, как и обычно на щуку. Ну вот, считаю, самые ходовые модели, которые сегодня мне могут понадобиться. Мимо. Сразу. Мимо. Сразу на резину, видишь? Да. Сразу. Резина хорошая. Хорош. Хорош. Пробил, глянь, как пробил. Свечку. Молодца. Иди ко мне. Пробил, все так хорошо. Берет хорошо, кстати. Жадно? Вот до этого был дня три назад, так она не брала жадно. Как бы, ну, не атаковала. Сегодня, видишь, погода, давление упало. То, что надо для щуки. Да? На котлетку возьму одну. Давай. О, ты видел, сколько их там было? Да как, она уже все, она уже тянет, чувак, куда рано? Ты видел, как она уже тянула. Примета не сбылась, да? Взяли с собой пирог из щуки, который Артем, кстати, сам приготовил. Расскажи рецепт, пока я кушаю. Да ну что, берешь, Димон, тесто в магните, в Ашане. Вот это слоеное, там дрожжевое, без разницы. Раскатал, делаю фарш щучьего филе. Туда добавляю, ну, лучок, фарш, как обычно. Ну и все, сначала тесто раскатал, потом картошечку так тоненько режешь, как бы круглыми такими пластами ложишь. Потом чуть-чуть морковочки ложишь, сверху фарш. Присаливаешь все это дело, специально для рыбы есть приправа такая, приправки чуть-чуть для рыбы, соли, потом чуть-чуть масла, кусочки,
чтобы как бы и сверху снова пласт, и в духовку на минут 35. То есть совершенно просто смотрю, все? Совершенно просто. Ну, блин, получается, это объедение, конечно, бомба. Ребят. Уже он контейнер пустой, смотрите, уже рыбалка только началась, мы уже все съели. Вкусненький. Очень свеженький, вкусный. Есть. Это уже никуда не денется. Это прям просек как следует, блин. Вымучил. Да. Идет, малышка. Ну не такая уж и малышка. Ого, малышка. Глянь, какая пасть. Хорошая, Димон. Самая крупная сегодня. Ты что? Ты что из-за зуба? Хорошая. А? Хорошая щука. Смотри, ну да. Еще бы чуть-чуть и рыба бы ушла. А, прикольная такая штука, чтобы резина, видишь, да, ты говоришь, что да, тебя съезжает. Да. Вот берешь, да. Вот так вкручиваешь ее сюда, а это фиксируешь вот здесь на ушко таким образом. Да. И потом просто, получается, у тебя вкручена, сзади одеваешь, и она никогда вообще никуда не слетает. Ну, давайте от слов к делу. Воткнул носопырку и пошел ее накручивать. Накручиваешь. О, хорош. И теперь сюда. Оп. Чуть криво. Сейчас исправим. Оп. И вот такой вот получается монтаж приманки. Никуда не денется. Я доберу. Есть, взял. Большая. Нормальная. Так, полторашка. Плетня. Вот за этим нам и нужна палка мощная, чтобы ее поднимать, ребята, вот так с травы, двигая лодку навстречу щуке. Или щуку навстречу лодке. Тут уже кто быстрее придет. Что идет? Идет, вот уже, смотри. И мы точку чуть поменяли. И щучка к нам доспела. Да, вот так ее бери, держи ее крепко. Сидит это, да? Ты прям ждешь, пока у тебя плетня в бок уже не пойдет, да? Все, ты уже не то, что даешь ей зажевать, а даешь ей даже упыть даже ей дает по своим делам. Посмотри, какая красавица. Сейчас положу. Хорошо. Ты сегодня ни ты, ни я не пробовали этим железяки. Я попробую так боцман или южанку. Карась. Карась там боцман. Это сразу в рот чувак попал на падение, прикинь. Я думал, она на траву легла, ты понял? Я же ее и не подсекаю. Я думал, на траву, думаю, что-то не то с приманочкой, что-то не то. А все оказывается очень даже то. Нормально. Ну что такая, мерная рыба. Есть. Ты видишь, значит, да, колебалочка. На колебло пошла, на колебло. Вот там же наша линейка самая. Там же и тебя она провожала, да? Да, да. Хороший щукан. Нормально, но тут травы больше, чем рыбы.
Если бы она была вот такая, как вся, с травой. Так, эта рыбка пока что одна из самых маленьких. Отпустим. Ее надо отпустить. Давай, только не брызгай. Хорош. А прыгнула-то, видел? Хорошая. И рыбка-то не маленькая, чувак. А ее тут сколько сваливает. Все убегают. Давай, давай, давай. Это она чудовая. Хорошо подпрыгнула, эффектно, да? Да. И видишь, пыталась выкинуть приманку, да, в момент прыжка. Она же для этого прыгает. Настоящая была свеча. Головой трясла, все как надо. Хорошая рыба, хорошая. Но южаночка ее удержала. Южаночка дает свое дело. А ну-ка, весло давай так поставим. Хватай ее за шкуру. Есть. Ух, южаночка. Хорошая. Вот я на боцмана поймал самую крупную щуку в этом лимане. Вот под камышом. Ну это было давно, конечно, лет так, наверное, 12 назад, может быть. Ну больше 10 лет. Но тогда были и щуки 7 килограмм, 5 килограмм. Сейчас это уже трофей. Это уже очень вот. Редкий трофей. Попробую сейчас. Ну вот такую. Она что, резиновая жаба, да? Она резиновая, да. А. Такие, видишь, у нее. И они по воде будут так. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Она ее хач! Я походу этот поводок не завязал. Да не, мы сейчас поплывем, погоди, да ты ее не достанешь. Да я сейчас поплыву, да? Я сейчас поплыву. На, мастерство, видишь? Натуре, посмотри, как ты его четко, вот как так достал четко. Ай, мимо. Офигеть, опять. Буквально кинуло 2-3 оборота. И вот, да, примерно куда ты сейчас запулил. Оп. Смотри. Есть, о, добрал. Молодец. Давай, несли, несли. В траву заходит рыба. Давай, палку выше и пошел. Снасти позволяют. Тянуть как бы тяжеловато. Когда в траву заходит. Ну, небольшая щучка. Ну, хорошенькая, жирненькая. Ух, какая. Главное, эффект. Вот такая вот. О. Есть. Есть. Видишь, выждал паузу. Все как надо. На блесну, да? На колебалочку, да. Траву нырнула плотно. Вот они. Мощные снасти. Надо мощные снасти. Да, да? Чтобы форсировать ее, конечно, Тёмыч. Еще травы по дороге прицепилось. Там где-то полторушечка, двушечка. Двушечка, тихо, я тихо. Думаю. Тихо, тихо, она сильная, я даже. Скотина. Хорошая. Ах ты, зараза. Что же тебе никак? А ее надо трудно брать. Ее, аж ты видишь, какая сильная. Как змея. Опа. Зажимай. Как змей голов. Есть, ребята. Давай попробуем отсюда кого-нибудь еще вымучить. И еще поменяем точку. Есть? Вот. Ты обратно к этому вернулся, к копыту, да? Все, как понял, да. К копыту вернулся. Короче, лягушка тебя не этот, не впечатлила, лягушка, да? Да, что-то не Я пошло. Боцмана тоже видел, на южанку заменил, и лед сразу тронулся. Надо подбирать, подбирать. В прошлый раз, ты говоришь, лягушка хорошо, да, работала? Да. Резина ушла у тебя от щуки. Отшла, да. Ну ничего, мы сейчас ее подцепим обратно. Глянь, как я ее пробил классически. Там на кукане кипиш, Тём. Слышишь, Димон, я не знаю, что делать. Я тут непонятки. Ой. Ой-ой-ой.
Давай, бери ее. Говорящая щука. Давай. Так, ребята, отпускайте рыбу. Иногда. Иногда. Ну, не иногда, а когда уже поймали чуть-чуть, надо рыбку отпускать. Конечно. Может быть, покушать? Слегка подкрепиться? С утра мы съели пирог, вкусный щучий. Еще у нас есть макароны с фасолью, яйца отварные, хлеб там какой-то, короче, огурцы, еще что-то. Но ни одной сегодня хорошей щуки не было. Ну такой, даже пятерки, к трехе. Пятерки сегодня не было. И к трехе не было. Ну, два с половиной максимум. Пятерочки не было. А вот до этого были, тут и пятерки были щуки, такие, что откусывали. Это когда, вот 3 дня назад или да, раньше? Поводки, да? Поводки откусывали. А ловили на что, на резину или на... Ловили на резину, на лягушку, на маласа ловили тогда. Дела были хорошие. Но мы сегодня вот вышли, и в районе вот одного пятачка вот так, 100 да, метров, вот наверное. Ну, там хорошее место. И все, и мы никуда даже не двигались. Лиман-то большой. Лиман большой, громадный. Но, в принципе, она здесь поклевает рыба, да? И да. Надо уговорить, попробовать покрупнее рыбку. Получится, не получится. Нет, так и так нормально все, половили хорошо уже. Да. Туда кинул, туда дал отдохнуть, сюда кинул, да? Есть, есть. Хорошая. Нормальная. Нормальная рыба. А, и сошла. Ой, хорошая. Хорошая. А ну-ка, иди сюда. Заходи, рыбка. Так, слушай, я ее вроде как... Хват... У тебя что, тоже рыба? Да была рыба, ушла. Хватка. У нее же даже кости хрустят, как я держу ее. А ты говоришь, крепче. Куда крепче-то? Куда крепче? Мать твою, крючок. Вот это клев, да? Клев, блин, вообще. Потому что давление, держи. Ну все как, да, по учебнику, держи, мы что поехали-то, потому что да, вчера я в Новороссийске ловил, Артем звонит, говорит, Дим, надо ехать на щуку срочно, потому что давление падает. Давление и погода, видишь, чуть-чуть пасмурно, легкая, нет, легкая дымка, легкая дымка, легкая да. Дымка, то, что правильно. Надо для щуки. Есть, есть. Сразу нападение, да. Представляешь, только нападение. Хотел сказать, что сдувает не туда приманка, чуть-чуть. Ой, блядь, смотри, сколько их там еще, а? Орион, она, еще 3 в разные стороны. Я думаю, Тём, надо это заканчивать это дело, честное слово. Уже куда ее? Уже сколько надо половили, отпустили, тоже достаточно. Ловим, ловим, ловим. Хватит, ловим, надо ловим. Уже угоманиваться, идти к берегу и подводить итоги сегодняшней рыбалки. Финальная рыбка этого дня. Покажи свою мордочку, улыбнись. Поймала также на резину сходу, своду, как да? Упала и сразу в рот. Давай, беги. Давайте, ребят, до новых крупных включений.